Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Сегодня я, дорогие друзья, хочу с вами поговорить то, о чем вам обещал. Если вы еще не подписались, кстати, обязательно подпишитесь. Также не забудьте под телеграм-каналы, которые есть все в описании видео. Сегодня же мы поговорим с вами о четырех телеграммах, которые можно установить, телеграм-приложение, которое можно установить в наши часы и пользоваться. Первый телеграмм, значит, называется VetGram, он есть в Play Market. А вот этот хандиграмм есть на XDA, это англоязычный сайт типа нашего FOPDA. Дальше у нас есть еще один Telegram X и обычный Telegram для Android-устройств, который доступен в Play Market. Вот. Сейчас я вам покажу, как из них как работает, как установить. Ссылочка будет в описании видео, дорогие друзья, туда пройдете, и там подробно все будет описано. В посту, короче, дорогие друзья. Ладно, поехали. Это первый. Нажимаем на него. Вот так вот он загружается. Здесь появляется стрелочка. Дальше на стрелочку нажимаем. И вы можете войти как по номеру телефона, так же по QR-коду. Я захожу по QR-коду. Это в моем случае самый простой вариантик. Чуть ниже спускаюсь. И вот, пожалуйста, QR-код. Значит, захожу я в свои настройки. Телеграмчика вот сюда, устройство, подключить и просто сканирую QR-код. QR-код отсканировали и получаем, заходим, вернее, в наш Телеграм. Что у нас здесь? Он прогружается и мы с вами видим, что у нас здесь есть. Первое — это переписочка. Сразу можно переписываться с теми контактами, которые у вас здесь есть. Дальше создать папку, либо архив сделать. В настройках, значит, это аккаунт мой. Здесь, значит, уведомления включить, отключить. Дальше кастомизация. Здесь шрифты и что-то отключить, что-то включить. Дальше автозагрузка картинок, стикеров и гивок. Персонализация какая-то здесь у нас еще существует. Далее у нас есть автосумка, автозагрузочка, вы ее можете включить. Далее, вот эту вот настройку не меняйте, потому что приложение сразу начинает глючить. И, по-моему, оно, либо следующее, которое я вам буду показывать, плохо работает с клавиатурой Google. А только с родной клавиатурой работает прекрасно. Поэтому учтите этот момент. Все, значит, здесь у нас информация о том, какая это версия. 1.4. Если заходим мы, допустим, в чат, что я здесь могу сделать? Даже могу, по-моему, пройти по ссылочке. Совершенно верно. Если у вас установлен, допустим, как он называется-то, интернет-браузер для часов или какой-либо другой браузер, вы сможете пройти по нему. Вот сюда нажать, и, пожалуйста, открывается ссылочка, и здесь вы сможете сразу же приобрести циферблат, или если он доступен бесплатно, то и скачать. Что, значит, у нас еще можно делать в данном телеграмчике? Выходи. Что ж ты не выходишь? О, вышел, е-мое. Так, значит, давайте-ка зайду я вот сюда, где могу писать. Что у нас? Я могу прикрепить стикер, гифку, либо эмодзи. Дальше что-то написать и отправить. Опс, готово, отправил, пожалуйста, либо разговор. Использовать микрофончик и поехали. Сразу идет запись. Если хотите удалить, нажали удалить, если нет, то отправить. Когда отправили, вы уже отредактировать. Здесь с часов это дело не сможете. Вот все, что, короче, тут и есть, в принципе. Прогружается все достаточно быстро и прекрасно работает. А мы с вами переходим к следующему. Следующий хандиграмм, пожалуйста, нажимаем. Он у нас, если первый у нас может зайти и по телефону, и по QR-коду, то это только по QR-коду и более никак. Вот, пожалуйста, QR-код. Мы с вами опять возвращаемся и добавляем устройство, сканируем. Опс. Все, готово. Смотрим, когда он загрузится. Первая загрузочка у него не всегда вот появляется сразу все. Поэтому, если у вас также появилось, выйти нужно. Здесь раз. Да, и вообще все их закрыть. И теперь открыть. И вот сейчас он у нас уже прогрузится. Все, вот он у нас прогрузился. Здесь у нас есть профиль.
Также есть настроечки. Я никогда их не включал. Здесь у нас какие-то экспериментальные. Вот здесь это шрифт меняется. Дальше тоже автосунг есть тут и так далее и тому подобное. Если что, разберетесь, я вникать в это в данном видео не буду. Что у нас значит здесь есть? Тоже, как видите, открывается все прекрасно. Здесь же по ссылкам вы уже не перейдете, но картинки тоже открываются. Пожалуйста, без проблем. Далее, что у нас есть из печатания и записи? Допустим, вот снизу, видите, вот появилась стрелочка, вы ее раз, вот на нее нажали и появляется. Здесь можно написать, ну, запись сделать. Так скажем, разговорчика, если вы хотите, да, видите, он подтормаживает, но тем не менее прогружается, потом начинает работать. Здесь прикрепить также гифки и стикер, более ничего. Выходим, здесь у нас написать, хоп, и вот отправить. Все отправили, прослушать, тоже он прослушивает все прекрасно. Вот так. Все говорит, видите, все прослушивает. Это все дело у нас работает. Так, давайте еще раз попробую я с записью. Ага, вот, пожалуйста, нажали. Запись пошла. Говорим, 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 говорим. Потом останавливаем и отправляем. Все, вот так отправился. Видите, надо останавливать и отправлять. Вот так, короче, у нас дальше. Теперь переходим к следующему. Так, следующий у нас Telegram X. Запускаем его. Как я уже сказал, это просто большое приложение. Начать общение. Дальше вводим номер телефона. Нам приходит код, который мы с вами вводим. Опс. Дальше нажимаем продолжить. Даем разрешение, которое он у нас просит. И все. Вы в Телеграме готово. Вот как раз показывает о том, что кто-то вошел. Вот так все это дело у нас выглядит. Что здесь мы с вами можем сделать в данном случае? В данном случае, значит, можем, в принципе-то, многое. Это как обычный Телеграм, работает прекрасно. Здесь, пожалуйста, создать сообщение. Но видите, проблема в чем? В том, что закрывается все и не видно, куда там что отправлять. Но тем не менее, смотрите, здесь мы можем также печатать что-то, отправлять, бац, вот сюда нажать. Не каждый экранчик, вот у меня большой экранчик 47 миллиметров, и у меня вот этот, видите, уголочек видно. В отличие от мелкого экрана, он будет вот так закрыт, но возможно можно будет вот сюда нажать, и он все-таки отправится. Дальше мы с вами можем, дав разрешение, отправлять что-то. Пожалуйста, вот какую-то гифочку. Это выбрали скриншотик, фотографию и отправили. Она будет уходить без проблем. Также можно геопозицию отправить, если вы хотите. Но вот нажать-то и некуда как раз-таки. Вот я и говорил об этой проблеме, да, которая у нас существует. Отметили и отправили. Вот отправить я смог. Дальше. Все. Я здесь уже ничего сделать не могу. Вот такое вот приложуха. А так оно, можно что-то копировать, видео видит и так далее и тому подобное. Переходит, естественно, по ссылкам. Можно будет запускать видосики, если они здесь будут. Прослушивать сообщения, пожалуйста. Но в данном случае отправить сообщение не получится. Вот в этом случае. Но, как я уже сказал, можно переходить по ссылочкам. Вот такой вот маленький, кратенький экранчик. Все, здесь особо вы ничего больше не сделаете. Даже в настроечки не сможете зайти. И так далее, и тому подобное. Последний — это обычный Telegram. Для нашей версии установить вы сможете только сюда, как я вам сейчас показываю, вот такие вот именно приложения RM 7. Именно 7, другой не встанет. На 8, допустим, уже
не встанет. Ссылочка будет в описании видео, так же, как я уже сказал, пройдете там пост и все скачаете. Все, здесь вот такой вот экранчик появляется. Большой, нажимаем по-русски, на русский, вот здесь продолжить на русском. И вот здесь у нас начинается проблемка. Когда вы ввели номер, не появляются стрелочки, куда нужно нажать. Для этого нам нужно изменить DPI экрана. Что мы с вами делаем? В Galaxy, вернее, в Буджагере. И как установить, как работать, я вам показывать не буду, потому что там будет описание видео, вернее, в описании видео ссылочка. Пройдете, в посту там все будет. Вот, переходим в первую вкладочку с вами, нажимаем вот сюда. Далее, как я уже сказал, в посту телеграм-канала будет у нас с вами некоторые значения, которые нам помогут проблему эту решить. Вот первое значение. Видите, мы его копируем. И в Буджагере вот сюда вводим. Смотрите на экранчик. Когда нажали вот здесь, у нас уменьшился экран. И мы с вами нажимаем стрелочку. Да. Еще раз стрелочку. Еще раз да. Вот надо попасть вот в это да. Не всегда это удается. Но вот попал. Все. Теперь нужно войти, ввести пин-код. Все. Даю разрешение продолжить. Опять у меня также просит все разрешения. Я это даю. Теперь ввожу вторую команду. Вторую. Обязательно, чтобы экран вернуть в исходное состояние. Копирую вторую команду. Буджагер ее также ввожу. Продолжить. И наш экранчик приходит в нормальное состояние. Все. Здесь уже чуть попроще, чем в первом. Что значит я здесь могу сделать? Ну, практически могу сделать, ну, все. Свалочка опять, я перехожу. Далее, здесь я могу прикрепить также любой файлик. Здесь я могу открыть галерею и вложить те файлы, которые у меня, допустим, есть. Далее, я могу... Здесь уже я могу сделать еще раз. При использовании надо дать все разрешения, чтобы все у нас работало-то прекрасно. Теперь я смогу с вами здесь и отправить и файл. Вот в этом случае очень удобно. Почему? Я могу сюда отправить любой файл, в том числе и видео и так далее и тому подобное. Кстати, скоро сделаю видосик еще вот о двух этих файловых менеджеров, очень хороших. Всегда все, внутреннюю память. Он у меня заходит, и я здесь могу делать, давая разрешение, естественно, на все, что мне надо. Пожалуйста, вот все, что у меня здесь есть, я могу вложить и отправить. Далее, могу отправить в этом случае свое местоположение. Здесь я, по-моему, смогу. Сейчас мы это попробуем. Карта. Оп. Нашел. И да, я могу здесь отправить. Дальше я здесь могу еще провести даже опрос. Создать и сделать его и также отправить. Здесь уже проще. И здесь я смогу голосовые сообщения отправлять. Смотрите, вот так видео. Два раза нажать мне надо, чтобы переключился на голосовое управление. Нажал. Использовать, дать разрешение. Нажал. И всем привет. А нет, это запись видео. Мне надо сделать, чтобы два раза нажать. Вот, теперь переключил, да? Ну-ка, теперь. Короче, надо вот умудриться переключить. Вот сейчас переключил, видите? Идет голосовое сообщение. И я его отпустил, и оно у меня отправляется. И также я его легко могу прослушать. Вот здесь уже получше. Понятно, что неудобно тоже. Не особо, так скажем, но тем не менее уже в какой-то мере здесь лучше пользоваться, чем, допустим, в этом. Дальше уже вам решать, как вы хотите. Чтобы выйти, здесь, кстати, можно еще сделать и настройки. Вот именно в этом телеграме можно пройти и сделать настройки. Вот, пожалуйста, настройки. Сейчас я их найду. Вот они. Пройти в чаты. Настройка чатов. Вот, уменьшить размер сообщения здесь могу. Видите, сделать маленький.
также изменить обои, изменить переключение тем. Здесь же я могу, вот не знаю, будет работать или нет, допустим, если сделать, где вот поднести и говорить, не знаю, будет работать, не будет, или вот поднести и слушать. Кстати, можно попробовать сейчас сразу же, чтобы нам убедиться, вообще работает эта тема или нет. Ну-ка. Говорю. Нет, естественно, не работает. На смартфоне работает, здесь нет. Ну, короче, вот такая тема. Так что, если что, проходите по ссылочке, выбирайте то, что вам нужно. По тайм-кодам смотрите, какой вы хотите телеграмчик. Видео, конечно, получилось длинным, но зато подробным. Ну, а вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, видосиками делитесь. И, естественно же, на телеграм-канальчике подпишитесь. Пока!